почитать. Здравствуйте, Ксения Станиславовна Литцерева, декан факультета филологии Вятского государственного университета. Вот и очередная книга Захара Прилепина, которую он представлял на Московской международной ярмарке. «Имя рек. 40 причин поспорить о главном». В ней 40 рассказов из уроков русского. При этом следует различать, как отмечает сам писатель, письменный текст и разговорный. Безусловно, есть разительная разница. Не случайно сам писатель подчеркивает, что является человеком текста и ни на что не променяет. Меняет именно печатный текст, печатную книгу. Регулярно смотрю его уроки русского, но в напечатанном варианте удается глубже постичь его рассуждения и гипотезы. 40 причин поспорить о главном и 40 рассказов в книге «Имя рек». Это не всегда текст в телевизионной программе. Есть и рассказы, некоторые уже публиковавшиеся. При этом в самом названии «Имя рек» написано раздельно, но все равно отсылает к церковнославянскому «Имя рек», назвавший имя, слово, заменяющее чье-нибудь конкретное имя собственное. В таком случае употребляется вместо имени неизвестного. Как всегда у Захара Прилепина, это книга стоика, бойца, вдумчивого, вглядывающегося в происходящее вокруг, неравнодушного человека. И, как всегда, это правдивая, бесстрашная и яростная книга. А как иначе можно писать о тех, кто пренебрежительно относится к нашей стране, о тех, кому безразличны беды народные, о тех, кто извращает историю и смертельно болен русофобией. Мы грешные, Россия святая. Право называться русским – не дар, не ответственность. Если не хочешь нести на себе этот крест, брось. Найдется кому подобрать. Мы есть, нас нельзя спорить, а формулировать нас не обязательно. Русскость, русское, право на имя нужно не просто беречь, но возвращать и доказывать каждый день. Награда за это очень мала, смехотворна. То странное чувство, когда ты вдруг понимаешь, что кровь воинов Святослава, преодолевающих ледяное море поморов, гулёбщиков Разина, солдат Суворова, красноармейцев и белых офицеров, победителей самых сильных армий мира и покорителей диких пространств, в том числе космических, течет и в тебе. По сути, это бессмертие. Всего-то. Много внимания Захар Прилепин уделяет и проблеме художника в истории, в жизни страны и вообще в его же собственной судьбе. Маяковский, Есенин, Высоцкий, Достоевский, Пушкин, Башлачев. Только талант имеет значение, только душа и мысль. И неважно, на тебе желтая кофта или цилиндр. Как всегда, у Захара Прилепина захватывающая русская книга. «Имя рек. 40 причин поспорить о главном. 12+.» Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенская, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч! «Дай почитать».